преддверии долгожданного и всенародно любимого праздника студенты порадовали горожан танцевальным флешмобом возле крупного торгового центра. Какой еще сюрприз ожидал зрителей, расскажут мои коллеги, которые там были и все видели своими глазами. Танцующие люди в черном замечены возле одного из крупных торговых центров Бердска. Как оказалось, это не агенты сверхсекретной организации выполняют миссию по спасению планеты, а студенческая команда «Непохожие» устроила предновогодний флешмоб для жителей нашего города. Сегодня мы приехали со своим флешмобом, чтобы поздравить город Бердск с наступающим Новым годом. Погода благоволила бирчанам, ребята исполнили два хип-хоп-танца, разогрелись сами и подняли настроение зрителям. Красочно и приятно, и весело. Мне понравилось, я встаю и смотрю. По завершении выступления благодарные зрители получили сладкий приз, прониклись атмосферой предновогодней суеты и праздничным настроением.